Десятилетняя дочь Ксении Бородиной занимается художественной гимнастикой. Девочка делает успехи в спорте. На соревнованиях малышка довела до истерики свою звездную маму. О своих эмоциях 36-летняя Ксения Бородина рассказала поклонникам. Она поделилась снимком, на котором запечатлены победители детских соревнований. Маруся заняла первое место, но победа далась с трудом. Дочь телеведущей впервые выступала с мячом. Перед выступлением у нее ничего не получалось, что заставляло маму сильно нервничать. «Я вот в этот момент головой все понимаю, а на лице такое выражение, от которого ребенок в шоке, трудно контролировать. Да еще она вдруг решает сдаться, и тут маму накрывает», — призналась Ксения в Инстаграм. Звезда «Дома-2» корит себя за такое поведение. «В такие моменты нельзя ругать», — считает сама Бородина. Потом все успокоились, собрались, и первое место. «Она в первый раз выступала с мячом. Это дико тяжело, ни разу не уронила», — гордо резюмировала брюнетка. Недавно Ксения Бородина пожаловалась на гаишников, которые тормозят ее каждый день. Телеведущая осудила поклонницу за роман с женатым мужчиной. Ранее она резко ответила активисткам.